Спасибо, до свидания. До свидания. Вот и все. Вот и приехали. Приехали. Ты рад, котик? Ну, конечно. Ну, снимай. Смотри, все чистенько, стекла помыты. Ты... Очень жарко тут у нас. Тут даже магазинчики есть. Заполнили документы, сейчас нам дадут номер. По-моему, тут уже круто. Мы приехали в город Иматра. И будем жить вот здесь. Вот они, наши коттеджики. Скорее всего, вот здесь вот будем жить. Гардеробная, Рома. Рома, тут посудомоечная машина. Микроволновка. Тут духовка есть. Холодильник. Обеденный стол. Плазма. Вот, дамы и господа, мы находимся с вами в Финляндии. Город Иматра. Сняли номер в отеле. Со спа. Живем в отдельном, вот приблизительно вот таком же домике. На берегу великолепного озера. Если сейчас увеличу, там вот корабли стоят, лодки. Не очень видно, конечно. Вот. Сейчас я вам покажу номер. Находимся на балкончике этого домика. Вот. Сейчас покажу номер. Номер очень комфортабельный, большой, с тремя спальнями, тремя туалетами, кухней, столовой. Очень красивая архитектура. Вы когда-нибудь видели такой классный номер? Пошли, я вам покажу все. Заходим в номер. Попадаем сначала в маленький коридорчик. Ну еще группа экскурсантов. Здесь у нас крючочки. Заходим. Давайте сначала сюда. Здесь общий туалет. Кстати, здесь мыльца. Так, идем дальше. Здесь у нас сауна индивидуальная. Туда, наверное, можно заглянуть. Ну, конечно. Тут все есть, палаты. Смотри, тут угольки даже есть. Выставляешь таймер, все электрическое. И паришься. После того, как попарился, вот, можно есть, принять душ и выпить пиво. Где? Показывай. Сейчас покажу, где можно выпить пивка. После сауны. Вуаля. Давай сначала шкафчик для флай-леди. Ну, здесь есть все. Даже кстати, поясок. Сейф есть. Есть сейф. И вот еще уголочек флай-леди небольшой. На самом деле гардеробная. Гардеробная — это моя мечта. Вот тут можно завеситься. Вот есть большое зеркало перед выходом. Комната. Можно туда посмотреть. Так, идем на кухню. На кухне посудомоечная машина. Вот такая вот. Оп. Там уже есть посуда. Тут уже помытая посуда внутри, обратите внимание. Да. Микроволновка. Нет ли там еды внутри? Ну-ка. Ой, тарелочка есть.
всякие шкафчики, тоже с посудкой. Будем пить воду сейчас. Кстати, воду тут можно пить из-под крана, нам сказали. Очень экологически чистый район. Вот, ну здесь, в общем, стаканчики, тарелочки. Есть у нас еще вот такая вот раковина двойная. Кофеварка, чайник. И, духовка! Духовка. Ну, такая же, как у нас. И холодильник. Холодильник. Вытяжка. Немецкий так. Siemens. Идемте сюда, здесь у нас столовая. Смотри, какой обеденный стол. Он просто огромный. Я, пожалуй, за ним посижу. Отличные полы. Отделка Ром, я стен. Сижу за обеденным обои столом. Под покраску. Ром, со своей строительной точки зрения. Я со своей строительной точки зрения. Стол деревянный. На самом деле я ни разу не была в таком крутом номере. Пол, скорее всего, паркетная доска. Нет, это ламинированная доска. Здесь маленький каминчик. Небольшой каминчик. Мягкая мебель. И пошлите сейчас в спальню. У нас их несколько. Кафе. И пошлите в спальню. У нас их несколько. Санузлами. Каждый водит экскурсии. Привет, привет. Это одна спальня. Здесь шкафы. Можно выйти на балкон. Можно сложить вещи. И самое главное, что в каждой спальне у нас отдельный санузел. Помимо того общего, который уже показывали. Вот это в одной спальне вот такой. Очень симпатичная ванная. С полотенцами. Возможно, даже с халатами, которые... Могут. Тяжело открывается, здесь туалетная бумага. Ух ты, тут у нас есть еще интересное очень. Пошлите в следующую спальню. Хорошая мебель, очень хорошие двери. Здесь, кстати, кондиционер можно установить температуру. В России... В России такие двери будут стоить больших денег. В России за такой номер убили. Да, в России за такой номер убьют. А здесь все довольно по привлекательным ценам. Если Вау! Согласно прескуранту. А я там снимал уже на балконе. А что там происходит? Что? Утки, утки, скорее, скорее. Ну что, прилетели? Блин, прилетели утки. Прилетели две утки. Слушай, они хотят на российских они гостинцев. Хотят хлебушка. Нет у нас хлебушка. Нет. Есть творожок, творожный масло. Ну, творожком их кормить не надо. Не представляешь, они прям на меня пикировали. Да? Они думают, их сейчас кормить будут. Они хрякают еще. Видать, их тут подкармливают. Ну да. Не поверите, но рамы, рамы. Чисто деревянные. Серьезно? Дерево, это не пластик. Дерево. Со встроенным стеклопакетом. Очень все добротно, хорошо и надежно. А смотри, какие светильники интересные. Очень интересные светильники. Прям вообще потолок так интересно сделан, да? Мне нравится, балки. Когда вот такие балки. Балки. Красиво. Вот у нас есть телевизор. Система музыки. Как впечатление? Отлично. Что вы можете сказать о наших нескольких друзьях? Они великолепны. Я их люблю. Вторая спальня здесь. Здесь тоже есть душ, туалет. Ну да, здесь. Все отлично. Вид из окна. И тоже шкафчики. Для верхней одежды. Ну, в смысле, для чего-нибудь длинного. И вот такие вот полочки. Для чего-нибудь короткого. Для чего-нибудь короткого. Вот. Да. Обои, смотри, как интересно сделано на одной стене. Обои. Как мы любим с тобой. Обои поклеены. Кстати, да, такие прям... На вид как тряпичные. Все очень такое хорошее. Прям вот все деревянное, добротное. Мне кажется, даже мебель. Если посмотреть, то... Нет, это мебель вряд ли деревянная. Нет, это, наверное, да, это, наверное, не деревянная. Нет, это не деревянные. Нет, двери не деревянные, окна. Это двери шпанированные. Нет, ну так пробка. Стильненько очень сделано, мне нравится. Да. Сейчас мы садик готовились жить. Это наш обед. Я буду снимать, как ты делаешь.